Кто такие самураи? Как история человечества записана в нашем геноме? Школьники могут узнать об этом и не только в детском университете. На лекции по японоведению и генетике в Униксе собрался полный зал учеников и их родителей. Преподаватель ИМАИФ Алина Халиуллина в интересной и запоминающейся презентации рассказала детям о культуре Японии и стереотипах, связанных с ней. А преподаватель ИФМИП Эдуард Бабынин популярно объяснил базовые понятия генетики. Расул Тавридьяков рассказал, что изменил проект в жизни его детей. Потому что в интернете вещает кто угодно, да, какие-то там Ивангай и так далее. А вот именно добротную информацию, я думаю, он может получить вот как раз в таких детских университетах. Марина Захарова, Лев Халиуллин, Универньюз.